17 алтайских студентов-медиков будут получать ежемесячную именную стипендию от крупнейшей фармацевтической компании России. Сегодня вручили сертификаты. Они будут сейчас ежемесячно до окончания учебы выплачивать по 10 тысяч стипендий. И более приятно, что фармацевтическая компания услышала нас, выбрала 17 не фармацевтов, а выбрала еще и лечебников, и фармацевтов, и педиатров. Алтайский медуниверситет стал единственным из вузов региона и одним из 12 российских вузов, отобранных компанией для этого совместного проекта. Необходимым условием для участников была высокая успеваемость, а также подготовка резюме и написание эссе по одной из предложенных тем. Затем представители компании лично беседовали с каждым из претендентов, выбрали 17 лучших из лучших. Разумеется, обрадовался. Это было, ну, отчасти неожиданным, но, в принципе, как я считаю, вполне заслуженным. Потому что я немало времени и сил потратил на обучение и считаю, что это является неплохим бонусом к обучению. По словам руководителя вуза, этот проект интересен не только финансовой поддержкой студентов, но и как источник дополнительных возможностей для стипендиантов. Стажировки в компаниях, участие в различных образовательных программах и общение с экспертами.